Дорогие мои друзья, всем доброе утро. Сегодня 1 сентября. Сегодня начинается учебный год. И вы своих детишек ведете в школу. Как же должен идти ребенок в школу, чтобы он был здоровым, умным и сильным? Перед школой он должен съесть миску гречневой каши со сливочным маслом. Масло кладите ему больше. Вот так вот ваш ребенок будет сильным, умным и, самое главное, здоровым. И он не будет болеть. Всем счастья, здоровья, хорошего настроения. Всех с 1 сентября, дорогие друзья. Всем счастья.